Сегодня в Караганде дан старт 5-му юбилейному фестивалю кукол «Кукляндия». На протяжении 3 дней свои постановки будут демонстрировать театры Санкт-Петербурга, Еревана, Праги, Шымкента, Костанай и Караганды. На торжественной церемонии открытия фестиваля побывал Антон Александров. Этот путь хочет служить основанием длительного, долгого, счастливого пути для нашего фестиваля. Торжественная церемония открытия юбилейного фестиваля «Кукляндия» собрала деятелей искусства, чиновников и, конечно же, зрителей. Яркие выступления демонстрировали гостеприимство и изюминку каждого театра участника фестиваля. В этот раз их было 7. Такие фестивали налаживают творческие связи между театрами, городами и странами, демонстрируя, с одной стороны, своеобразие и неповторимость искусства каждого народа, а с другой стороны, показывает совпадение интересов наших стран в укреплении взаимопонимания и сотрудничества. Международный фестиваль «Кукляндия» Карагандинский театр музыкальной комедии проводит с 2019 года. За это время десятки театров ближнего и дальнего зарубежья смогли покорить карагандинского зрителя своим мастерством. Первой постановкой в день открытия удивил Шымкентский городской театр кукол и юного зрителя с более чем 40-летней историей. Мы на этот фестиваль готовились целые 2 месяца, потому что создание кукол очень интересный процесс и очень сложный процесс. На протяжении 3 дней участники фестиваля из Казахстана, России, Кыргызстана, Армении и Чехии покажут 9 своих спектаклей. Также для актеров проведут мастер-классы. Это позволит обменяться опытом и наладить творческие связи для взаимных гастролей. Уже съездили мы в Актюбе, Алматы, вот теперь приехали в Караганду. Для нас это колоссальный опыт. За последние несколько лет, благодаря фестивалю «Кукляндия», карагандинский зритель смог увидеть работу театров Бразилии, Франции, Украины, Казахстана, России, Чехии и не только. Познакомиться с творчеством участников в этот раз можно будет в эти выходные в Театре музыкальной комедии и студии кукол «Буратино». Антон Александров, Миржан Джумамуратов, Николай Шевелев, 5-й канал.